Как водится на ярмарках, товары здесь очень разнообразные. Есть и кофты трикотажные, и термобрючки с интересными принтами, и верхняя одежда к наступающим холодам. «Держи ноги в тепле», гласит известная поговорка. Вот и мы советуем присмотреться к теплым носочкам, наколенникам и поясам из верблюжьей шерсти. Порадуют выбором и валенки. Как всегда, привезли в Березники и большой ассортимент качественного постельного белья. Хотите изящный комплект с кружевом? Нет проблем. А может быть яркий, цветочный? Пожалуйста. Если же вы сторонник минимализма, присмотритесь к таким двуцветным и в то же время стильным спальным гарнитурам. Что купили? Покрывало. А почему выбрали его? Потому что ХБ. Мне надо ХБшное покрывало. Не хотите ХБшное? Тогда вот вам пушистое и безумно мягкое. Или вот такое лоскутное. Оно уж точно понравится ценителям интерьеров в стиле кантри. Ну и какая же ярмарка, да без съестного. В продаже цукаты, орехи, свежие фрукты и овощи. А еще мед. Его в этот раз в изобилии. Причем весь от наших пермских пчеловодов. У нас вот липа, да, получается 380 рублей килограмм. Все цены от производителей. Цветочек тоже 380. Соток, пожалуйста, вот гречка есть. Разнотравье, простой обычный мед, 300 рублей килограмм мы продаем. Но если кто просит, даем подарки. Идем дальше, и что же мы видим? Мягкое нежное сало, ароматные колбасы и копченое мяско из Башкирии. Ведь все здесь дают распробовать перед покупкой. За полезными и выгодными покупками отправляйтесь на площадь к ДК «Металлург». Ярмарка лучших товаров России будет гостить у нас до 10 декабря. Евгения Кокшарова, Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.